На ярмарках-привозах сегодня ажиотаж. Ягодный сезон в самом разгаре. Сочная клубника вместе с наливной черешней раскупаются мгновенно. Люсине торгует вместе с мужем. Сегодня их знают все постоянные покупатели. Семья Гдежатян здесь с самого основания ярмарки. Нас тут все знают, к нам привыкли. Цены нормальные. Людей не обвешиваем, не обманываем. Товар всегда свежий. Вот и все. Людям нравится, люди сюда приходят. Клубника, это ягода, она всегда, вот дети видят ее, всегда ее берут руками, щупают, пробуют. Все хорошо с этим делом. Мы торгуем очень дешево, я думаю, достаточно людям, которые с малым достатком, им это удобно и выгодно прийти на нашу ярмарку, приобрести нашу продукцию. Она свежая, всегда собранная, и цена намного дешевле той цены, которую выезжает там бабушка, дедушка, кто-то выставили, они взяли за один раз цену большую, все, и больше их нету. Мы являемся постоянно здесь производителями, которые всегда проверенная ветеринарная служба и продукция является чистейшим продуктом. С ними полностью согласны и покупатели. Проверенная продукция анапских фермерских хозяйств – это прежде всего безопасность. Торговля должна быть, во-первых, всегда законная. Во-первых, тут есть сертификация, да, есть рекомендуемые цены. Это уже говорит о том, что это законное установление. Вот. Я думаю, что такие выезды обязательно должны быть. Вот. И это больше привлекает покупателей. И покупатели видят, что продукция все-таки это наша местная. Ну, они привлекательны прежде всего то, что если они организовываются местной властью, муниципальной властью, да, то значит, это она берет на себя ответственность уже и за качество вот этой продукции. И я думаю, что здесь все-таки цены тоже как-то регулируются, да? Вот. Тем более, если здесь продавцы, фермеры, они здесь как бы собраны на одном таком пятачке, на одной площади, то здесь не будет большой разницы даже в ценовой такой вот политике. Такие ярмарки – это качество продукции и низких цен от производителя. Ягодный сезон продлится до середины июня. Затем ему на смену придут фрукты. Как говорят сами продавцы, в этом году урожай обещает быть хорошим. Руслан Душевский, Анапа регион.